Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Soulstorm. Вашему вниманию я предлагаю бой в режиме каждый сам за себя, за сестер битвы. Поехали. Неплохое сражение получилось, довольно быстрое, яростное и, конечно же, бескомпромиссное. Итак, мой ник Нубашер. Против меня Лолипар, Тао, Бербер Торки и Galaxy Legion за Эльдаров. Именно с ними я рубился в ФФА на Морталис, если кто помнит. Получасовое наше сражение, когда он захватил почти всю карту, я был за Тао и в итоге победил. Так вот, опять он, только он уже не знал, что я под другим ником. Карта Панрейские Низины. Самый удачный мне выпал респ, не люблю я здесь играть, я люблю больше вот с этого. Самый удобный, на мой взгляд. Тут глобальный течь у Таок, мы видим через 3 гена сразу. И опять он, кстати, за Эльдара, выбрал случайную фракцию, но попал ему Эльдар. Я имею в виду Galaxy Legion, и он был напротив меня, то есть устранять надо было именно его. Я тогда не знал, кто здесь окажется, позиции-то случайные. Сразу бегу захватывать край, потому что это очень важная позиция. Две точки лишних плюс реликт. Ну, центр здесь не особо обязательно отжимать ФФА, а вот край свой забирать надо, безусловно, на этой карте. Ну, в том числе и в боях командных. Но ФФА, само собой. Вот он выводит жнецов. В общем-то, играет примерно так же, как играл. На Морталисе. В общем-то, для меня он был самый опасный, пожалуй, из них, потому что ни того, ни другого, ни орка, ни Тао я не видел ни разу. Ну, хотя люди тоже могут менять ники, и фиг знает, кто они на самом деле такие. Но Эл уже неправильно играет, он, видите, долго очень делал своих риперов. Не стал делать он дозорных два отряда, и в итоге крайне стал забирать с самого начала. Туда уже бежит орк. Я уже застраиваюсь. Играю через канонису и двух миссионеров, соответственно, через инфернальный пистолет, но пока некем просто достраивать. Застраиваю сначала посты, а потом уже собираюсь сделать пистоль. Один, видите, рабочий убежал сюда, второй на базе строит, третьего выводить было уж слишком накладно, что все было, видите, на пределе по ресам. И не бежит никуда Эльдар. Ждет подхода своих дозорных. Качает точки. Да, вот такая вот сейвовая тактика приводит к большим количествам проблем уже ближе к Т2, потому что ресурсов просто не хватает. Центр тоже никто не берет, я его контролирую канонисой. Ну и забираю реликт Тао. Видите, в тещу он не пошел вообще отбивать этот край, даже не попытался за него побороться. Ему не до этого, он все бабки ввалил в свои генераторы. Какие тут ему атаки на фланг. Ну, Тел не дает застроить орку точку. Орк тоже очень долго медлил, захватил, правда, реликт. Действовать надо быстрее. Выиграть, действуйте агрессивно. Вот Тао подбегает, но миссионер засвечивает и сваливает он назад. В общем-то, Тао против сестры такая уж большая проблема в самом начале. В самом начале. Но если Тао разожрется через КВЙон, тогда да. Тем более на этой позиции он может спокойно стоять на горе и хрен к нему подойдешь. То есть он будет простреливать весь проход. Без святой, без экзорцистов прорваться будет чрезвычайно сложно. Тем более, если у того будут ресурсы. Если ресов у него не будет, тогда да, тут вопрос уже, естественно, более решенный. Вы задаете его со временем. Сражение идет на двух флангах. Миссионеров меня преследует аж трех XV-15. Такое ощущение, что это тот же чел, с которым я играл на ошибке бифе за Тао. Но этот был получше все-таки, потому что тот вообще был просто. Просто феноменальный красавец, кто помнит. Я не помню его ник, но когда он сделал толпу XV-15
Негрейжен. Там было больше, там было 5 пачек. Он еще плюс их пополнил на 100%. То есть там было по 3 XV 15 в каждом отряде без командиров. И потом сидел, ждал путь к свету. Ну, я не участвовал в уничтожении того чувака, поэтому моя совесть чиста. В этом плане. Так, Galaxy Legion отбивает все-таки точку, застраивает ее, стоят врата уже и бежит захватывать реликт. Но время-то потеряно, я достраиваю уже центр, здесь тоже все застроено у меня. И иду в Т2. Мне нужны были селестианки, давить я собирался именно на Т2, а не на Т3 там или не на Т1. Ну вот видите, Тауди застроил все точки, а предыдущий вообще ничего не застраивал. Правда, вот тут только еще ставит пост, выводит своих ФВ-1 отряд и ставит их на горе, в общем-то, правильно, чем ставит турку. Galaxy Legion, но это уже, так сказать, тактика большого пса. В Т2 он еще пока не переходит, естественно, потому что он тратит на апгрейд точек деньги, плюс турель ставит еще. Проиграл свой край, и у него, кстати, видите, еще не застроены точки, тоже две. Как тут все печально. Но он хотел, конечно, вот сюда вот валить все ресурсы, там, захват от строя. А в итоге у него не получилось ни то, ни сё. Чем-то зато пополняет толпу рубак. Чтобы, наверное, сражаться с толпой эльдаров. Я строю генераторы для более быстрого... Теща для более быстрых прокачек точек. Мне нужно было влияние, а влияние вот оно идет из как раз прогрейженных позиций. Прокачанных позиций. На плюсики. Своеобразные. Вот бежит Эльдар. Galaxy Legion, но теряет, походу, контроль. На секунду он своими жнецами слишком далеко убежал и в итоге сваливает обратно. Видишь, тут канониса еще и точка стреляет. Вот он идет в Т2. Но я его уже опережаю, селестианки у меня есть. И первое я собирался выносить его. То, что он подсветился, как раз я демаскировал. Я, кстати, не видел, что он там бегал. Я вообще не видел, чем они занимаются на тот момент. Я просто перекрываю, видите, для Тао проход. Контролирую миссионером здесь. И вот тут вот селестианками жду. Пока их будет больше. Естественно, с одним отрядом атаковать тело было бессмысленно. Надо было делать 4 отряда. И тогда уже можно было проносить и его любую технику, и любую пехоту. Ну, кроме пауков, но я был уверен, что у него пауков нет, раз два отряда жнецов здесь носилось. Ну, вот, видите, строит он свой портал для техники. В принципе, играет по той же самой тактике, когда он играл против Тао. Того нубаря, ну, по-другому его как бы не назовешь, который был рядом с ним и делал там мух, какую-то еще ересь в самом начале... Очень долго течился. И которого он снес, перепрыгнув. С помощью фалькона, жнецов и пауков. И, в общем-то, его там за пару секунд пригвоздил. Здесь он собирался делать то же самое. То есть план у него был такой. Вот он сейчас делает завод, делает фалькон. И потом перепрыгивает вот сюда вот. Мне в тыл. Опять же, он, наверное, не был уверен, что здесь я. Ну, как бы сестра, я имею в виду. И выносит здесь, то есть пауками прыгает, там двумя отрядами жнецов или даже драконов мог с собой взять, чтобы здание быстрее разнести, и все, пацан поиграл. Вот такой вот у него был план. То есть вот, да, драконы выбегают, кажется, фалькон еще не выходит, пауков. У него нет, но он делает на них камень уже, то есть дальше они пойдут производиться. В общем-то, тактика абсолютно одинаковая. Абсолютно однотипная. Количество точек у нас с ним почти одинаковые, но я уже атакую, не дожидаясь, пока он, естественно, там разожрется. И вот, не выдерживает его жнецы, он отступает сразу, пытается расстрелять своим дозорным, пытается перестреливаться, но они у него еще не прокачаны на оптику, походу, на броню. И сестры с увеличенной броней селестянки спокойно под обилкой миссионера на хил перестреливают их. Драконы вообще тоже бесполезные. Причем селестянки могут и в ближнем бою сражаться, и вязать их бесполезно. Я еще прокачал энергоклинки и... В общем, ситуация для Элла вообще полный трындец. Пытается он что-то тут повязать в ближний бой, но... Это уже бессмысленно. Выходит фалькон.
Так, пауки у нее еще не вышли, по-моему. Там ко мне на базу перепрыгнул, насколько я помню. Расстреливаем завод, расстреливаю точку, сминаю всю пехоту, уничтожаю и фалькон, и драконов, которые в него сели. Ну, наверное, хотел ко мне на базу прыгнуть, но не смог. Что сделать? Пауков пока нет, но они производятся. Да, дракона слиты. Пауки вышли, и он сразу, видя, что не сможет остановить, здесь сестер свалил ко мне на базу, чтобы максимально навредить. Разрушаем ему казармы и считает, что он проиграл. Все. Уничтожая главку, мощная быстрая атака на Т2. 4 отряда сельстян, как я и говорил. Все, что он может делать, это вот пулять мне по зданиям, а я жгу ему главку. И снимаю точки. Сразу. Убивает он свой поцелуй сделать. В общем-то, серьезного дамага он не нанес и погибает Арлекин. Я думал, что убью его раньше, но, к сожалению, он успел юзнуть обилку. И сразу ухожу в апхил. Приходится возвращать конфессора, пытаясь ремонтировать здесь генератор, но он, в общем-то, сфокусился на именно строителях, перепрыгнув, видите, оторвавшись от миссионера. И в итоге двух рабов все-таки слил. Ну, дальше его успехи закончились. Вижу его в ближнем бою, пауки практически бесполезны против свистянок. Опять пытается отцепиться. Тут стреляет по нему точки, деваться ему некуда, и в итоге Galaxy Legion в этот раз поиграл гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Возвращаю еще и отряд на всякий случай. Вот, такие вот дела. Если в прошлый раз он Тао нафигнул, потом Кейт Совер пишет, типа, все, конец. Тогда он нафигнул Тао и космодесантника, не понимает Лолипар, что там происходит, он этого всего не видел, Татао. Но в этот раз никто ему развиться не дал, и все было очень-очень жестко. Так, у Тао Т2, тут Кси-25. И я его обгоняю. Он прыгает очень неудачно, и тут его с базы Элла уже еще толпа селестянок встречает, но, правда, он успевает отскочить. А тут его встречает еще и турка, но выходит. Galaxy Legion уничтожает просто здание, я уже застраиваю точки захваченные, захвачу здесь еще одну. В общем-то, полдела сделано, всего лишь потребовалось 12 минут, чтобы его угомонить. Всего лишь одна атака. Вот за это я люблю сестер, за их очень сильные Т2. Потому что свистянки, они универсальны, они против пехоты хороши и против техники. И в ближнем бою, то есть это такая вот имба своеобразная. Если их много, то Т2 их сокрушительно. Ну, я развил экономику, в общем-то, я продержался на Т1 с минимумом войск. И на Т2 уже здесь просто доминирую жестко. Galaxy Legion выходит, понимая, что... Хотя вот тут еще пока не понимаю. Видите, Тао стоит наверху, зачем-то тоже сделал мух, непонятно какой хрен. Но зато он встал кучей ФВ на втором этаже, играет через Кауион. То есть он уже в Т3, у него уже там продвинутая оптика. Три точки. Эта позиция, кстати, дисбалансная. Здесь 4 точки, в общем-то. Одна на выходе, которая очень легко дефить, а у всех остальных получается по... 3 только точки, 4 вот здесь вот общая на выходе, это крайне странно. То есть вот этой точки здесь, по идее, быть не должно. Но она есть на этой карте, поэтому та позиция самая выгодная, на мой взгляд. Плюс еще из горы можно расстреливать, особенно за Тао. И из-за этого я не смог пройти к нему сразу же на базу. То есть, видя, сколько там ФВХ стоит, бежать было бессмысленно. Пока я добежал бы... На уровень того же ближнего боя он меня расстрелял бы уже целиком. Почти все отряды. Тем более я видел, что там Кауион, дальнобойность была слишком высока для мантка.
Хотя здание Куйонское я, естественно, не видел на тот момент. Ну и остается только вот... Так, орка, кстати, одна точка так и не достроена. Да, действительно, зачем нужна экономика? Экономика-то она для слабаков. Вот только сейчас начинает застраивать, на 15-й минуте вспомнил про нее, походу, дело. Зато вывел толпу пехоты. Ну, это, наверное, для Эльдара заготовка была. Только Эльдар-то уже сдох. У меня Т4. Почти. Ждал я святую, ждал, соответственно, экзорцистов. Ну, а пока захватываю, в общем-то, здесь точки дополнительные. Точек уже просто было дохренище. 243 прирост по влиянию и по энергии 79. То есть остановить при такой экономике сестер, ну, практически невозможно. По максимуму прокачаны многие точки. Максимальное количество веры, сотни. 14,4 прирост. Ввожу кающихся для того, чтобы тау повязать. Я их особо не люблю, я больше предпочитаю все-таки сельстянок или обычных сестер. Ну, кающиеся против некоторых фракций, в общем-то, типа тау, иногда заходят вместе с святой, вместе с машинами наказания. Ну и, в общем-то, тау очень уязвима против сестер именно в том плане, что экзорцисты жестко дамажат. Если их прикрыть, то постепенно расстреливая вот тут на горе, подсвечивая теми же убийцами, если он не может их засветить, можно раскидывать их хоть до бесконечности. Ну а потом святой перепрыгнет, она повяжет, и до свидания. Если у нее нет еще вот этих вот псинок, то никаких шансов. Роткосов, если нет. Вчера посмотрел, кстати, ролик, рекомендую, это не реклама, потому что я этого чувака знать не знаю. Случайно наткнулся, мне в рекомендуемую группу. Ролик на Космодесант. Плейлист так, посмотрите у меня в понравившееся видео, два последних. Одно видео это саундтрек Grim Dark, просто охрененная музыка, вот к этому ролику. А второй лайк, это был как раз на сам ролик. Вот там показан Космодесант, я так понял, что определенный момент с впадением в ересь, там изучают одного из братьев, который подвергся этой ереси. И там капеллан как внушал рядовым космодесантникам, собственно говоря, их путь, то, кем они должны стать и кому они должны служить. Сама графика, сама атмосфера, вот, по-моему, это на CryEngine 3 был сделан ролик, любителями был сделан. Вы просто посмотрите, вот таким вот должен был стать, я не знаю, Space Marine 2 или Dof 3. Вот если бы этим людям дать бы возможность делать хотя бы синематик ролики к этим играм, то получился бы просто, я не знаю, невероятный шедевр. Я просто охренел вчера, посмотрел. Так что всячески рекомендую заглянуть. Этот ролик достоин, чтобы его увидеть. Не разочаруйтесь, что потратите 6 минут своего времени. Особенно любители Варха. Ну что, я вывожу экзорциста, жду, пока они пойдут в атаку. Вообще-то я опасался и того, и другого. Видел, что того много войск, но, правда, не знал, что опасаться тут особо нечего. Хотя, как у него был центр коалиции, Т4-то у него, наверное, есть. Командир в Т3 накидал кучу ловушек. Орк, в общем-то, в Т3, который валил все в именно течи, а не в ресы. То есть он все положил на одну атаку. Берберт. Ну и так в атаку никто не шел. Я решил сначала Тау замочить, а потом уже и разобраться с орком. Жду машин наказания, чтобы повязать как можно больше их сразу.
94 прирост по энергии, очень мало запас был. По влиянию то 306 уже, но мне надо было строить вторую главку. А было некогда, надо было как можно быстрее с ними кончать, пока ни тот, ни другой не разожрался. И вот я начинаю атаку. Через святую прыгаю. Сразу заряжаю огненную волну, сразу повисает светоразвед. На втором этаже невидимым. Там лампа исчезает. И пошли стрелять экзорцисты. И бегу сразу машинами наказания, а за ними посылаю и христианок. Быстро уничтожаю XE-88 святой, который мог, в общем-то, навредить и машинам наказания, и обычным сестрам. Он под дроидами стоит, под своими, под щитами, но это не помогает против святой и против экзорцистов. До экзорцистов допрыгнуть ему просто нечем. Сжигал насколько мог, и машина наказания, видите, застряла в ловушке, но продолжает экзорцисты палить. Все это в виде торг, который палит это гречинами. И смотри, что происходит. Он побежал за мной. Побежал за Нубашером. Вместо того, чтобы бежать ко мне на базу сейчас, видя, что мои войска все у Тау, и отступить я уже не успеваю, он зачем-то понесся за мной. Решил сразу двух зайцев убить. Я убиваю Тау, он убивает меня, а потом такой прорывается, короче, ко мне, довольный, и побеждает в этом бою. Но знал, что Нубашер не так прост. Как кажется. Держу машины наказания, не давая прорваться до сестер. Надо было уничтожить Тао, иначе бы он ударил сейчас меня сзади и оказался бы с двух сторон был зажатый. Кидает орбитальный удар эфирил и заряжая освещенные болтеры для того, чтобы быстрее Тао вырезать. Наказание принимает на себя весь урон, тут бьется вовсю, но забивает орк, и вторая машина наказания пытается здесь повязать. Еще одни освещенные болтеры. И переключаюсь на орка. Уничтожаю главку Тао, и он сливается, потому что у него остается больше ресурсов, производящих, точнее, войск, производящих зданий. И орк лоханулся. Так как не смог зажать ни меня. Я уничтожил и Тао, и уничтожил еще и все войска орка, которые здесь наступали. Шберберт ГГ, этот вот орк. Понимая прекрасно, что сейчас будет контратак уже в его сторону, и ему трындец. Кающиеся пригодились. И против Тао пригодились, и против, соответственно, орк пригодились. Ну и продолжает настреливать экзорциста, не давая ему стоять. Постоянно, видите, падает и варбосс, и бронированные нобы. Ну и иду контратаковать. Все, остается он последний. В общем-то, я вынес двоих, и остается третий. Делаю много Рино. Тер носорог. Они же ринки, по сути. У них очень много хп, по-моему, по 2000, я помню. А, 2500. Даже 2500 у них хп, и, в общем, такой средненький урон. Тем не менее, на них приходится очень много отвлекаться, даже бронебойцам. Орчин. Бывает он флэшгитцев, но тут я святой его вижу. И они выступают как такие приниматели дамага. Вот эти вот БТР. Ну, а из-за спины накатываются листянки. Если он не контролирует особенно флешеров, фокусируя на конкретный отряд, то Рино принимает очень много дамага в себя. Обычно так оно и происходит, особенно когда игрок средний или даже ниже среднего. С контролем он не занимается, тем более в такой вот критической ситуации, когда его базу уже шпилит вовсю. Вот буквально несколько быстрых атак, то есть первая быстрая атака была на внезапное Эльдар, он был не готов к ней, потом была внезапная атака быстрая на Т4 уже на... Тао. Орк, конечно, улучшил момент, и была логика в его действиях. Он хотел, чтобы я слил почти все войска на Тао, он дальше добил бы мои войска, я бы не успел сделать новые, он бы сразу там либо Тао добил бы, либо бросил бы и на меня пошел бы. В общем, он хотел, чтобы мы разменялись войсками с Тао, он потом бы добил бы оставшихся. В итоге я грохнул Тао и грохнул орка, и его пустую базу разбираю.
Тем более с той экономикой, которая у меня была, орк в любом случае бы не прорвался. Достал бы он там, мои войска не достал бы, это уже было бы неважно. У меня было 4 казармы, 2 завода и огромный запас по тому же влиянию. Вожу ангелов, хватает чуть-чуть веры. И вера в победу была настолько сильна, что она состоялась в очередной раз. В общем-то, без особых проблем. Давайте посмотрим на результаты. 1985 по армии набираю, минус 25 лалипар. Это Тао Орк Берберт 20, 45 Гелксилиджон. Как видите, количество убитых говорит само за себя. Если их всех сложить, у них получится, ну, где-то в 3 с лишним раз меньше, чем у меня одного. 174 я убил, 10 лалипар, 22 берберт, 16 галаксилиджон, 32 юнита я потерял, 78 лалипар, 73 берберт, 39 галаксилиджон, 33 здания уничтожил, фактически все 3 базы я и снес, 0 лалипар, 0 берберт и галаксилиджон 1, эту орку он снес, по-моему, в самом начале пост недостроенный. 0 здания потерял, 5 потерял лалипар, 17 берберт, 12 галаксилиджон, 90 размер армии был у меня, 68 лалипар, 72 берберт, 39 галаксилиджон. По ресурсам 37-100 у меня, с 14,5 лалипар. Видите, какая разница по ресурсам. Если всех сложить, у них получится все равно меньше троих. 10,5 берберт, 7-100 галаксилиджон. 830 по технологиям у меня, 470 лалипар, 690 берберт и 190 галаксилиджон. Общий счет 40 011 я набираю, 14, почти 15 тысяч набирает лалипар. 11200 берберт и 7300 галаксилиджон. Ну и бой шел 24 минуты 27 секунд. Это очень быстро для ФА, тем более на нестандартной карте. Ну вот такая вот ситуация. Надеюсь, что бой вам понравился. Всегда не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, на основной и дополнительный. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. Обязательно смотрите видосы, которые я сказал, в понравившихся. Я думаю, что вам он тоже понравится. Это просто шедевр, тем более от любителей. Не знаю, это 5 с плюсом из 5 с плюсом. Ну а с вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.